Твой амиго американец. Он что, строитель, инженер? Он мне не амиго, босс. И поверь, его к себе лучше не подпускать. Так он инженер или нет? Ну да, но... Скофилд. Что ты знаешь об электричестве? То, что у нас его больше нет. Тогда знай, этот телефон обеспечивает нас едой, держит на плаву Сону. Без электричества нет телефона. А без телефона мы все подохнем. Мы или ты? Сынок, у тебя есть диплом, но нет мозгов. Я сам обратился к тебе. Хватай удачу за хвост. Короче, ты можешь починить электричество так же, как починил воду? Тут сложнее. Водопровод проходит по тюрьме, а кабели, возможно, под землей. Вдоль внешней стены, что означает выход на ничейную территорию. Так ты их починишь? Насколько я видел, там стреляют по людям, так что мой ответ нет. Тогда слушай внимательно, Водяной. Стреляют там или нет? Но ты выйдешь на нейтральную полосу. Это самоубийство. Я договорюсь. Я буду в безопасности? Надеюсь. Боюсь, я не смогу. Нет, нет, нет. Ты поможешь мне, а я тебе. Хочешь новую подушку, гусиное перо, как у меня, телевизор? Нет. Вот что я хочу. Зачем? Это камера первая, куда заглядывает солнце. Камера в обмен на электричество.